Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Цивилку 5. Так, надо нам сейчас светануть Флоренцию, посмотреть, насколько там прочный союзник висит. И если хватит денег, то перекупить всех подряд. Если не хватит, то не перекупим. Так, Золотой век как раз закончился. О, нет союзника. Ну, тут нам повезло. Становимся союзником с Флоренцией. Перекупаем америкозов. Рагузу. Так, 233. Дайте посчитать. 6,4, 24. То есть 4000 это 240 очков. Даже 260, учитывая, что тут 65 идет. Так, ну то есть можно этот самый... Я надеюсь, я не ошибся. Потому что если я ошибся, это сейчас будет эпик фейл. Сколько у меня голосов? 44 и требуется для избрания мирового лидера 44. Если сейчас никто не перекупит у меня город-государство. Так, готова ракета-носитель. Ну, на всякий случай это не отменяет того, что мне надо все-таки продолжать строить ракета-носитель. Так, погнали в столицу. Приезжаем и зацепляемся к этому. Ну да, видишь, они по столице, они быстро ездят. Так, в Куско. Так, тут готова больница. Завод космических кораблей не надо. Давай стадионы на всякий случай, чтобы на будущее. Так, все, Флоренцию зацепили. Теперь вертолет, мне на тебя... Хотя нет, мне на тебя не пофиг, если вдруг война. Ты мне еще... Ой-ой-ой-ой, под парашютистов встал. Ну ладно, парашютисты, я думаю, не пробьют. Так, ну сейчас главное, чтобы у нас никто не забрал союзника. Если сейчас никто не заберет союзника, то мы побеждаем дипломатической победой. Если забирают союзника... А мы недавно, кстати, ну как недавно, кем-то я играл, и мы побеждали уже дипломатической победой. Я вот помню... Было такое дело. Очень хорошо, заплатишь ты за это. Так, турки. Но пока никто не забрал этого союзника. Хайли Селасси и Рагуза заключили мир. Поляки ходят. Извини, поляк, я просто хочу победить. Не, все-таки дипломатической, видите, проще прийти, чем научной. В научную. Ну, хотя у нас по науке особо не было никаких бустов. Испанией мы, по-моему, к этому времени уже победили как раз наукой, улетели в космос. Я не помню, какой там был ход за Испанию. Ну, что-то там тоже 1900 какие-то года были, по-моему. Вот, если прется наука... Не-не-не, кельтами это было очень давно, а вот кроме кельтов еще кем-то было. И кроме кельтов еще... Кельтами там я, да, через кучу сохранений и загрузок победил. А вот кроме кельтов еще кто-то был. Вот не так давно мы играли. Так, и че, сколько у нас на Всемирном Конгрессе? 44, да, мы избираемся мировым лидером. Че, может, америкоза выберем и мировым лидером? Нет, инки становятся мировым лидером. Ну вот видите, инками тоже получилось сыграть на 6-й сложности. Должен сказать, это сложнее, нежели этими, нежели Испания. Испания, и там вообще, если вы нашли чудо, у вас все идет, ну любое чудо. Если вы нашли любое чудо, у вас 500 голды, вы покупаете поселенца, вы покупаете себе... Ну, сразу, короче, все у вас начинает идти четенько. Инками было сложнее, но... Ну, опять же, я инками играл, вот это холмистая местность, я специально поставил взять инков, чтобы сполна оценить их преимущества. И да, у них преимущество хорошее. Вначале у нас была хорошая разведка. Вот, как бы, да.
Ну, а так, в общем-то, и все. Не, ну, фиг знает. Таких особых, прям явных этих. Ну, короче, инки реально сильны вот на холмистых картах. И еще нам повезло. И вот они сильны, реально. Вот если много гор, ну, 8 жрачки, просто города прут, вон 27. У меня столица так не прет, как прут вот эти вот города. То есть вот эта вот штука, она зависит, чем больше по соседству гор, тем больше она дает жрачки. Я вот увидел такую закономерность. То есть вот где-то вот так вот расположенные, да, в горах вот так вот. 8 вообще отлично. Ну, полностью 9 не может быть, чтобы все вокруг были, потому что вы тогда туда не залезете никак. А так нормально. Так, ну все, тут уже уходим в теху будущего. Нам как бы, ну хотя лучше в физику элементарных все-таки частиц, чтобы... открыть вот эту, а там уже дальше. Ля, здесь походу вертолет повоевал с этими, с парашютистами. Вертолет оказался очень крутым. Так, караван. Ну, давай в Ванкувер дуй. Рабочие в автомат, но у них делать нечего. Ну и все, следующий ход. Сейчас, по идее, нас изберут мировым лидером. Рагуза объявляет войну Хайле Селасе. А чё, Рагуза перекуплена? Подождите. Нет, у нас 44 пока этого. Он перекупил... Ой, и Братиславу перекупили. Ой-ой-ой-ой, беда. Походу, нас сейчас не выберут. Или выберут. Я вот что-то не понял сейчас момента. На серебрянку меня. А ну-ка. Там-потам. Ави диктатору шашлыку. Калигула закинул 30 рублей, написал Ави диктатору шашлыку. Предполагаю, что Калигула это высший психиатр. Ави диктатору шашлыку. Спасибо. Но тут не факт, я что-то не понял. Сейчас ход варваров, ой, точнее городов-государств, потом ход варваров. Они перекупили, но как бы нас на этот ход. А голосовали мы в прошлом ходу. То есть, по идее, я как бы проголосовал уже. А, нет, все, вы одержали. О, кстати. Всеми врагами благодаря искусной дипломатии. Ваша мудрость и прозорливость привлекала верных союзников и стравливала между собой врагов. Вас навеки запомнят как правителя, подарившего миру мир. Подарившего миру мир. Вот так вот мы победили. Слушайте, мне знаете, что интересно? Как американцы развивались? Сейчас я в повторчик щелкну. Только не сообщение, а карту. Вот тут стартовала изначально Америка, да? Вот она начинает развиваться. А где я? Я вот это? Нет, я вот это. Да, вот это. Вот тут я второй город ставил возле озера. Вот это я. Вот мне интересно, как америкозы столько городов понашлепали. Хоп, вот Америка ставит второй город. И эти. Ну, много кто уже поставил вон вторые города. Тут турки. Это, в принципе, нормально. Я пока мест... А, ну вот даже я поставил, в принципе, в одно примерно время с Америкой. Так, второй город. Опа! Смотрите, америкозы уже третий город ставят. Какой ход? 46-й ход, да? Или даже 43-й, да? Нет, 44-й. Да, 44-й ход, они ставят третий город. Но, в принципе, оля, а эти даже быстрее. У них уже 4 города. Нифига компы города шли. И вот 4 города. Охренеть. Это быстро, на самом деле. Я... обычно медленнее все делаю. Так, и что дальше? Вот америкозы 4-й город ставят. Ну пока... А тут, посмотрите, уже 6 городов чувак наклепал. Охренеть. Просто.
А как же тогда американцы так быстро? Вон, этот уже 7 городов, у американцев только 5 городов. И как они так быстро? 3-6 городов, а тут сколько? А тут 7. Вот, еще город. Это 7-й, а здесь... А здесь 7 так и есть. Вот видите, он затормозился. Да, быстренько они. Интересно, а как они борются с это, с отставанием, ну, по настроению? Или они никак не борются, или у них какие-то бонусы идут? Потому что я, если так начинаю ставить города, у меня жестко проседаю я по этому, по настроению. Вон, америкос. Ну, тут он пошел, видите, уже в разных городах он поселов ставит. Потому что вот тут город появляется, вот тут город. Ну, вот он. Раз, два. То есть, уже параллельно. Я понял. Он короче, он 3, 4, 5. Видите, он стал кучу поселенцев клепать в разных городах, американец. Вот. Вон он, видите, тут, тут. Вот. Вот он попер разрастаться. А этот чувак, и вот, кстати, и турок неплохо разрастался тоже. Но американец в итоге... А, кстати, американцы этот самый приняли коммунизм, да? А, он, смотрите, он, видели, он еще захватил этот и сжег город. Видели, разбил город, был красненький. То есть я не помню, кто это, но вот с ними он повоевал. Не, ну у меня тоже обычно я гораздо меньше городов ставлю, а тут я тоже нормально городов повтыкал. Толечка, мы победили, ура! Ура, мы победили. Так. И вон тут американец пошел просто клепать города нон-стопом. Вон и сюда полез, везде, короче, стал клепать города. Вот он как, ну понятно, в принципе. Короче, он ставит кучу городов, потом в этих городах крепает еще по... А, вот он захватил вот эти вот. Тот город, кстати, сжег. Этот, видимо... А, ну столицу сжечь, по-моему, нельзя. Он тут поставил свои города, этот сжег, поставил свой. Сейчас, видимо, вот этот тоже захватит. А, и вот здесь вот он... Видите, короче, он часть позахватывал, часть поэтовал. И в итоге у него дофигища городов получилось. Но мы нас выбрали мировым лидером. Да, мне кажется, вот если бы я мировым лидером не сделался... Хотя не, американец бы по науке меня... А ну-ка, подождите еще ход. Я ж могу продолжить, да? Да, я могу продолжить, хотя мы уже победили. По демографии. Мы, в принципе, на 10% впереди. И нам по науке вот это уже... Нам осталась одна технология. А ну-ка, путь к победе. Сейчас. Путь к победе. У 4 игроков завершена программа «Союз». Но детальку к космическому кораблю только я присоединил. Не, мне кажется, даже если бы мы не победили по дипломатии, мы бы победили по науке. Единственный косяк мог бы возникнуть, если бы на меня опять Эфиоп, вот этот Полинез... Еще там кто возникал, ну там все и американцы, по-моему. Не, американцы нет. Ну, немец. Короче, если бы на меня все поперли войной, возможно, мне бы просто разбомбили мои нафиг эти. Ну, я бы не смог отстроить детали космического корабля. Вот. Но, думаю, этого бы не произошло. Можно, конечно, потестить, типа, поиграть, но я не хочу. Уже, ладненько, ребятки, все, вот так вот мы сыграли за инков. На удивление, я выиграл, потому что в какой-то момент, в начале, я был уверен, что я проиграю. Помните, мы отставали по науке, по развитию, все у нас было кое-как. И я что-то честно вам скажу, вот где-то в первой трети, наверное, игры, к концу первой трети, там, я думал, что я проиграю. Вот, что-то я уже как-то так даже... Этот самый, аккуратно, Толечка. Что-то я уже как-то так расстроился, что у меня не получилось. А нет, оказалось, что инки могут тащить. Никаких особо бонусов у них нет, только что они быстро перемещаются по горам. И вот эта вот их фермочка-террасочка тоже хороша. Вот. Ну вот такая вот партия в цивилку получилась. Все.
Всем огромнейшее спасибо. Всем пока. Ждите следующую партейку. Не знаю, за кого мы будем играть. Но за кого будем, вы обязательно увидите. Все, всем спасибочки и всем пока.